Здравия желаю. Вот вчера показывал лампочку, но она мигала. А сегодня, как говорится, прикинул то все пятое, десятое. Это самое. Попробовал так, попробовал так. Получилось вот лампочка такая, не мигает. Запитывается вот от двух выпрямителей. На 1,5 ампера, 32 вольта. В общем, у нее напряжение 64, то есть горит где-то в треть, она где-то на 20 ватт, а горит где-то на 7 ватт мощность, то есть треть накала, но не потребляет так же, как вчера один говорил, типа ты в розетку вставляешь. Но это также можно вставить, допустим, батарейкой, инвертор, тоже не будет потреблять. Тут только надо что. Вот эти инверторы, они сами себе, сами инверторы пожирают ток. Тут надо заказать даже не инвертор, а устройство, чтобы запитать вот эти два выпрямителя. То есть повышающие от батарейки, прям повышающие от напряжения до 100. Можно и по стоянке до 100, до 110 где-то. И тогда они также будут питаться, тогда не надо будет. Ну, розетку-то я вставил. Но оно уже назад отдает. Вот. Видите, она стоит. То есть сразу же отдает назад. Дело в том, что электричество это является огнем. И вот когда поддерживаешь температуру, если, допустим, больше подал, вот, то больше скручивается, на пользу не идет, оно горит своей температурой, вот эта спираль горит своей температурой. Если я подал меньше, она может не загореться. Если я подал больше, она скручивает ряд. То есть надо именно подугадать, в этом суть. Подугадать, чтобы было, чтобы оно горело и больше тока не брало. Вот так я так сегодня подугадал. Еще буду пробовать увеличивать. Вот. То есть, чтобы она горела. Сейчас она горит на треть накала. Чтобы горела на половину или, возможно, и на полную. Ну, в общем, мы, как говорится, в начале пути. Работа еще непочатый край. Но главное, потихоньку, как говорится, идем к цели.